кто скажет мне, какой измерить мерой, какой восславить и воспеть строкой геройский труд полиции российской, людской оберегающей покой. Начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новошахтинску, полковник полиции Андрей Ильич Хабахов. В этот праздничный день хочу поздравить всех сотрудников отдела, и тех, кто находится в этом зале, и тех, кто в эти минуты несет службу на боевом посту. Убежден, что вы и впредь будете делать все возможное для успешного выполнения поставленных задач, проявляя профессионализм, мужество, высокую гражданскую ответственность. Особые слова благодарности нашим ветеранам, которые отдали все свои силы, знания, талант, служение Родине. Они и сегодня с нами в строю и вносят свой неоценимый вклад в наше общее дело. Поздравить людей, защищающих наш покой, пришли руководители города. Отдел состоятелен выполнить любые задачи, поставленные руководством страны, руководством нашей области, перед службой, перед полицией. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете. Потому что, знаете, это не работа, это дух, который вы отдаете Родине. Хочу вам сказать огромное спасибо и сказать огромное спасибо всем вашим семьям за терпение. Я от всей души поздравляю всех сотрудников отдела внутренних дел по городу Новошахтинску с их профессиональным праздником. Всем желаю здоровья, благополучия, успехов в нетрудной вашей работе. И хочу высказать слова благодарности от депутата городской думы, поскольку работа, которую несете вы, она, собственно, напрямую связана с жителями нашего города. Знаете, сегодня самое дорогое, что у нас есть, это мама. То есть что-то случается с человеком, он кричит: ой, мама, а второй, он кричит: милиция, помогите. То есть мы должны чтить их таким же образом, как сегодня мы чтим своих матерей. С праздником вас, удачи, успеха вам. От всей души вас поздравляю, крепкого здравия желаю. Искренне желаю, чтобы никогда не было войны, чтобы был мир. А чтобы был мир, вы должны быть мудрыми, вы должны быть сильными, вы должны быть всегда на страже закона. Спасибо вам большое, с праздником вас. Самые достойные сотрудники новошахтинской полиции получили в этот день заслуженные награды. Российская полиция за жизнь готова в бой. Поздравляем всех с профессиональным праздником, Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!